Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я не то чтобы с новостями, я вот как раз у вас, ребят, хотел поинтересоваться, кто-то что-то понял, потому что до меня, честно говоря, не дошло. Я очень долго ждал и жду начала Хэллоуина, я очень хочу поучаствовать в ивенте, которого ожидаю. Ну и я себе ивент представлял таким, как он должен быть, вот как бы, да, каждый год, который проходит, там, с какими-то заданиями, которые необходимо выполнять и получить танчик. Здесь же сейчас в новостной ленте появляется информация по поводу того, что 18 октября в 19 часов по среднеевропейскому времени, это для тех ребят, кто в, кто в Европе, да, будет проходить стрим, который будет проходить на английском языке. Ну, как бы для меня лично, как для человека, у которого английский хромает исключительно на обе ноги, уже, ну, есть немножечко, как бы, заковырка. Ну, окей, хорошо. Готов смотреть на английском языке, может, что-то и пойму. Что не пойму, там попытаюсь как-то в переводчике перевести. Но, не знаю, может, будет на русском языке, я там, не знаю, какая-нибудь бегущая строка снизу, да, субтитры, то есть, чтобы было понятней. Но вот то, что я вообще, честно говоря, не понял, так это что будет происходить на данном стриме? Итак, на поиски затерянной пирамиды отправляемся на закате. Короче, присоединяйтесь, тудым-сюдым, рассмотрим награды, которые таят в себе, короче, которые таит в себе эта пирамида, откроем сокровищницу фараона и раздадим подарки. Каким образом будут подарки раздаваться? Что делать надо? Надо что-то там активно участвовать в чате? Или я не знаю, то есть, ну, это все-таки стрим будет. Это будет не там, не знаю, какая-то прямая трансляция официальная, да, там, от Wargaming, как это было, да, там, несколько раз на чемпионатах, когда ты посмотрел 15-20 минут прямой трансляции, и тебе там что-то начислилось. Я, честно говоря, как-то вот... Ну, не совсем понимаю. Почему не понимаю? Потому что при тех трансляциях необходимо было заходить на прямой эфир непосредственно через сайт Wargaming. Ну, не знаю, короче говоря, как это будет. Вот эта фигня вообще не активна. Я ради интереса перешел на YouTube, да, то есть, чтобы посмотреть ролик. Итак, ребят, давайте откроем. Вот, пожалуйста, то, что мне открылось. Это запланированная трансляция. Уже есть огромное количество лайков. Вон там... Есть переписка в чате, честно говоря, не читал, не думаю, что там что-то толковое будет, ну мало ли, вдруг, я еще потом ознакомлюсь. Все, что есть здесь в переводе, изначально на английском языке я перекинул на русский, получилось. На закате мы отправляемся на поиски затерянной пирамиды, присоединяйтесь к нам, есть, если осмелитесь, что держит, что еще, а, это, наверное, неправильный косой перевод, короче, дальше пошел. Ну, короче, ребят, вот все то же самое, и дальше просто расскажу, что такое World of Tanks Blitz и с чем его едят, как его скачать, на чем он работает. Нате вам ссылки, ребят, берите, качайте, радуйтесь жизни. Короче говоря, я ничего не понял, вот реально, ни что мы получим, ни как мы получим, ни что необходимо сделать для того, чтобы что-то получить. Единственное, что я для себя смог сделать по данному вопросу, я для себя понял, что центральное европейское время отличается в моем случае от киевского времени, по которому я живу. Поэтому, ребят, для тех, кто хочет посмотреть трансляцию, если вы находитесь в других странах, я имею в виду, если вы не на среднеевропейском времени, то скажу следующее. Трансляция запланирована на 19:00 по среднеевропейскому времени, по киевскому времени это на 20:00. Вот как бы и все. Вот больше, честно говоря, я никакой информации не получил, не имею и, честно говоря, даже не знаю, где ее искать. Ребят, если у вас есть какая-то информация, которой вы готовы поделиться, эта информация реально будет полезная, я вам буду безумно благодарен, пишите в комментариях, я больше чем уверен, что я не один такой, который ровным счетом из вот этого постера не понял, но надеюсь, что все-таки что-то будет, и я очень сильно надеюсь, что вот эта вот дребедятина, которая произойдет, это не весь Хэллоуин, который будет, и мы все-таки сможем поучаствовать в полноценном, нормальном ивенте, в котором необходимо будет что-то делать для того, чтобы получить призы, и в частности, получить танчики. Но, по крайней мере, такая презентация раньше была, и там показывали линейку там заданий, которые необходимо будет выполнять. Я, честно говоря, не помню. Здесь еще сохранилось, ну вот, обновление 9.3, и там дальше в обновлении 9.3... Да, это не та новость. Ну, короче говоря, кто помнит, тот помнит, что был
анонсик проходимого, точнее, ну, ивента, который грядет, посвященный Хэллоуину, и там было показано в видеоролике на официальном канале Wargaming по поводу того, что необходимо будет все-таки выполнять цепочку каких-то заданий. Что же сейчас презентовали, я, честно говоря, ребят, ну, прям совсем не понимаю. Как я уже говорю, у кого есть ответы, пожалуйста, пишите в комментариях, я вам буду безумно благодарен. Если же у меня будут какие-то новости, обязательно выйду на связь. Пока всем всего хорошего, всех благ, мира вам и обязательно спокойствия.